Выпускной коллектор года 2, наверное, что-то ничего не откручивалось. Будем сейчас гайковертом долбить. О, головка не та. Сейчас 5 сек. Да, одной рукой, конечно, не совсем удобно. Опа. Ни разу не пожалел, что купил его. А ща бы, блядь, пиздякался, да пиздякался. Все. Готово. Так, ну осталась верхняя, тут неудобно снимать будет. Здесь вообще стояла на 17, он в итоге не смог взять, а выкрутил шпильку.